После этого оригинальность будет подарок. Я вам покажу, что вы делаете. Вообще, смотрите, в понятие оригинальности может входить все, что угодно, вообще все. Вы можете оригинально мыслить, оригинально говорить, оригинально, не знаю, задавать свой вопрос, внимание вообще. Это может быть внешность, это может быть поведение, это может быть, ну что, не важно. Подумайте, что это может быть. И будьте оригинальными.